Știți, mie chiar mi-e păcat că în țara noastră e posibil așa ceva. Eu poate o întrebare banală să dau. Iură, de miliard? Знаете, риторический вопрос. Мне стыдно, что возможно такое в Молдове. Можете не отвечать, потому что с вами все ясно, и мне жаль за эту Молдову. Я вам скажу так, вы знаете, очень... Это неинтересно. Я сказал, что это риторический вопрос. Ну, так, мы можем не использовать вашу минуту дальше. Ваше дело. Вы знаете, мне могу говорить? Мне очень обидно, что сегодня, например, мне не задают вопросы, как поднять город, как поднять страну, как сделать так, чтобы было освещение, как сделать так, чтобы поставить асфальт, как сделать так, чтобы возродить колхозы, как увеличить бюджет в 4 раза. За миллиард раза. Можно построить 3 чеканы. Вы прекрасно знаете, что бюджет города Аргеева живет самостоятельно. Вы можете взять все отчеты. Вы можете все посмотреть. Есть фраза и такая, что это понты для незамужних. Не идет это. Конечно, вы уже сделали все, что могли. Вы недостаточно. У вас нечего больше сказать, поэтому вы будете использовать этот миллиард. Но опять же повторюсь, знаете, сегодня никто из тех людей, кто находится здесь, всех у вас была возможность когда-то, кто-то из ваших коллег, вы сами находились в администрации у власти, но почему-то вы не сделали. Вы не сделали ни город, не сделали ни село. То, как сегодня сделала партия ШОР всего лишь за 3 года. Где миллиард, Юрик? Это вопросы, пожалуйста, к судьям. Судьям, которые, кстати, вы же выбирали.